Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, давайте-ка посмотрим. Вот сюда мне надо. Нет, не сюда. Перебор. Да где только что было? Не понял. Ладно. Да твою мать, так кто это звонит еще? Hey, boss. We got a guy that's called for a car. Так, ты писал ему, что нужно, и босс, какой-то парень вызвал машину. Дебил, что ли? Listen, I didn't buy a cab company to become a cab driver, okay? Ну что, сам должен работать. Ну-ка давай-ка глянем, что у него за миссии. Кайфует где-то там. Ну что ты там? А нет, не кайфует. Is why you never talk unkindly to strangers, my friend. Ты что, я не убил даже? То ли пристрелить его? Ладно, не буду. Так, давайте посмотрим, что у него за миссия. Давай сюда посмотрим, что такое. Любопытненько. Давай, 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 давай. Это у меня машина такая-то не ахти. Мать-то. Ну давай, бери трубку. Brother O'Neill. O'Neill, you, давай. Whoa, whoa, whoa. You're что the guy stealing contracts. You burnt a farm. А, все, понял, кто это. Ну, это уже you had too many brothers. Наркотой торгует. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. Тихо, тихо, that's тихо. Our curse. Hey, you wanna expedite the situation? Come. Fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Тихо, тихо, прогружайся, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, далековато будет ехать, да? Ну что ж поделать, что ж поделать. Давай, 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 давай. Едем, едем, едем. Вот такие вагоны. Панка, ты не такая уж поворотливая. GPS навигатор подъем. Так, блин, ну что тут, кстати, когда просто ездишь, что-то ментов что-то не так уж и видно. Я бы даже сказал, маловато, когда не видно. Даже в четвертой и не были. А тут что-то без них обходится.
по необходимости только вызывают. Когда ЧП произошло. Ну тут, по-моему, еще такое, такая фишка, что, по-моему, даже если втихаря кого-то вальнешь, попам все равно известно будет. Телевизор старенький. Ехать вот так вот. Да. Оленя только напугал. Хотелось мне, хотелось так сделать. О, так я близко уже. Меня там ждет. Ну что ты? Вот и все, вот и поговорили. What is this? Что это? It's a thing. Ты сказал, что тебе нужна работа. Это работа. А кто этот парень? Увидишь. Ну что, у меня какую-то пушку наставили. Ого! Привет. Нам нужен мистер... Мать твою, впусти их. Сюда, джентльмены. Патрисия! Патриция, принеси нам выпить. Быстро. Рад снова тебя видеть, Майкл. Аналогично. Это мой друг Тревор. Садитесь. А что ты рассказал ему обо мне? Мартине Мадрассо. Тревор Мартин мой старый друг. Правду? Мартин? Страшный психопат. Это точно. Но люди... Боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие. Мой двоюродный брат, Майкл, ты его знаешь? Похоже, он собирается дать против меня показания. Так поручи кого-нибудь завалить его. Я так и делаю. Поручаю это тебе. Так. Понятненько. Завалить, значит, братца. По-моему, в четвертой части нечто подобное такое было. Hey, let's stay in touch on the headsets. Давай. Выезжаем. Так, ты за мной, надеюсь, едешь? Не я же один буду там всем этим заниматься. Так. Машина такая-то еще ушлепошная. Нет, я вывез. Что? Мотоцикл позаимствовал, это хорошо. Отжал, короче. Давай.
We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. Там вроде этот негр живет. Если не ошибаюсь, мимо его дома проехал. Pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? Ладно. В горы куда-то уезжаем. Ладно, идем, идем. О, машина стоит посреди леса, хорошая. Бери, не хочу. Нет, блин. На этой сраной тачке едем. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Мы не будем в туннель заезжать. Ну, кстати, вот Хогвартс тоже мир вроде большой такой. Здесь такой же там замок из детализации только большой был. Не отсюда ли я дергал в прошлый раз? See the van with the gun in it. Давай. Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Что ждем? Кого ждем? T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Ну ни хрена себе. I got her. Southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Ни хрена себе, это я такой охренеть снайпер. Take another shot. That'll go down next time. Give me a second. Papa. Engine gone. Plane's coming down. You want it? Охренеть. Падение самолета. Это не хухры-мухры. Следуйте за самолетом и заберите груз. Так, по идее, должен был по этой трассе ехать. Так. Давай. Ехаю. Успеваю. How you doing out there? We still got
the airfield. Landing ain't gonna be pretty. Пока вроде справляюсь. А вот куда вот он затягивает? Куда он хочет приземлиться-то? Ну вот она полоса. Мог бы здесь сесть. Мне кажется, разобьется этот чертям. Не могу вспомнить этот момент в игре вообще. Совершить аварийную посадку. Так, так тебе придется совершить аварийную посадку. Гадалки не ходи, так что все видно. Только где ты будешь совершать это? Через весь город уже промчался. Давай уже падай блин! От радости, что ли? Забираем груз. Давай, давай мне его сюда. Как все прошло? Отлично. Просто отлично. Файлы у меня. Отвезу в адреса. Может, она обошлась на эту операция? Чувак, не кипятись. Послушай меня, поговорим позже. А пока просто отвези файлы. И я избавлюсь от винтовки. Вот еще и насморкал там. Ну? Покинул зону. Экстренно причем. А, уничтожьте фургон. Тогда мне нужна машина. Давай, выходи. Yeah,
Так. Ждем. Давай, давай, гори быстрее. Ну. Чем не горит, что ли? Эти. Так, бомба липучка. Отходим на безопасное расстояние. Неплохо, неплохо. Давай, 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 беги. Там велосипед, правда, был. А, мне еще добраться до куда-то надо. Вроде недалеко тут. Или что? Или я это ехать должен был? Куда там ехать? Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Да стой ты. Trevor! Trevor! Что-то понять не могу, куда мне надо там. Далековатенько ехать. Давай, 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 давай. Во. Да неохота мне стандартными путями ехать. Хочу по необычному. Вот так вот хочу. Давай, 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 давай. На. Вот что значит, надо пристегиваться. Блин, животное жалко. О, поехали на крышу, значит. Опа, блин, пронесло. Повезло лесному жителю. Доехали. Попал.
Вот давайте не будем сейчас здесь придираться из-за той какой-то машины. Вот так вот. Больше ехали, блин, за мной. Где коровы щиплют травку? Отдыхать отправлен был. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы. Режая строка, 33 коровы. Меняем. Их родился новый, как стакан парного молока. А, во, подъехать надо. Ладно, подъедем. Where is he? Где он? Где же, где же, где же он? Тортик наш Наполеон. Что за херня? Почему у тебя его тачка? Этот кусок говна? Неудивительно, что люди его предают. Что произошло? Ты же все умный, Майк, я не понимаю, зачем ты имеешь дело с такими людьми? Ну, совсем не понимаю. Тревор, отвечай на вопрос. Я попросил его оплатить честно проделанную работу. Ну, потом он слегка вскипел. Ну и я тоже не сдержался. Ты его убил? Да нет. Твою мать, думаешь, я животное? Ох, мать. Ну, я похитил его. Что ты сделал? Я только что сказал тебе, что я сделал. О, черт. К сожалению, сейчас нам придется залечь на дно. Ну, понимаешь. Пока мы не обсудим ситуацию с Мартином. Думаешь, лезть назад? Ладно. Патриция, жди, переднее сиденье твое. Я знаю прелестное местечко, где мы можем отдохнуть. Убежище, если угодно. Давай. Выполнено. Хорошо. Ну, я так и понял, что мы на него переключимся. Только как, не договариваясь о встрече мы тут? Да-да, конечно. Актер разблокирован. Патриция. Hi, man, you cool. О, подожди. А, так я действительно недалеко. Follow the bike, homie. Come on. Дружище, не отставай. Подожди. Как не отставай-то? Ты дебил, что ли? Давай-ка вот сюда едем. Недалеко. Другим транспортом, который не сможет залезть. Понятно. Жалко собачку. Реально бежит там. Ну ладно. Я уверен, с собакином ничего не случится. Поехали, поехали. Ну не влез в транспорт. Да и пусть не ходит за мной. Вот проблема. Заведу новую собаку. Игровую. Да что, твою мать, там мог бы и уступить дорогу мне.
Давай. Я что-то не понял, это что за зомби? Hey, look out for fools like me. Christ! Это наркоман, что ли? Что с ними делать надо, я не знаю. Ну ладно. Так. Вот сюда. Что у нас здесь? Отойди. Yeah, алло, алло, кто говорит? Не, пока ты так разродишься. Угоните автобус. Автобус, это серьезно. Ладно. Надеюсь, автобус-то без пассажиров хоть. Могу туда залезть. Давай, я уже приехал практически. Ни хрена себе. Да заткнитесь. Тихо, тихо, тихо. Вон туда мне надо. Вот и все, спустился. Неплохо так. Блин, на этой развязке-то реально глюкот нахуй. А ты кого? Слазь, говорю. Езжайте по маршруту, пока не найдете цель. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. Нету. Ладно. Hey, look out! We got no да спокойно ты. Мы же не пристегнуты. Пристегивайтесь, кто вам не дает. Со своими ремнями безопасности приходите. Давай,
Давай. Что ж, такие мрачные? What happened to the old bus driver? I really like that guy. Давай. Я не на ту нажал. Блин. Франки, наверное, заблочили. А то, что я в шлеме вообще еду, это ничего. Ладно. Давай. Hey, sorry, I'm late. It's my first day on Еще the job. Раз. Сегодня мой первый день. А зачем им знать об этом? Что, они каждого водителя, что ли, знают? Hey, look out! We got no seatbelts back here! Да, что, ты всегда там орать так будешь? Я даже ничего не сделал, не пристегнулся. Да и проблема. Я вот пристегну, наверное. Довнори. Как называется? Что там? Довн. Залезай быстрее, мы опаздываем. Давай. Давай. Нормально, мы без пробок едем, как вы видите. Ты что, пьян? Нет, первый день, я же тебе сказал. Так. Это он? Well, you're late. Ты опоздал. That'll be $150. $50. Мистер Пенни. Forget about it. Обойдусь. Это грабеж. О, май гад! Вот и все. Just business shit, you know how it is. Выйдите из автобуса. Давай, бегом! Сваливаем! Оторвитесь от копа. А чё они меня вообще преследуют-то? Блин! Чё за говно машина такое? Говна машина. Вот так. Покиньте территорию, постараюсь. Ни хрена себе.
Блин. Так, он пеший. О, так я в удачную машинку сел такую. Это маневренная вроде как. Так, надо уходить в город. С развязок вот таких вот. Макдональдс. Господи. Вкусно в очках. Оторвались. Миссия пройдена. Так, что у меня следующее? Вот, недалеко. Поехали, посмотрим. А уйди ты. Реально быстрая машинка, схватил там. Господи. Нет. Поверху. Или понизу, понизу. Все-таки понизу. Ну давай. Сюда. Тебе ремонтируй. Давай, пошел ты. Поехали. Газеты. Так. И что мне здесь делать надо? Молли. Эй, Молли. Эй, Молли. Я у студии. Go over так, the wall and прыгайте find the через стену, машина на стоянке. Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe так. And play the part or try something else. Alright. When you're out Понятно. There and clear of studio security, call me. Давай. На. Вот так. Нахреначил его.
Давай переодеваемся. Либо придумать что-нибудь свое. Отдыхай. Блин, у меня был белый свитер, стал белый. Так, садитесь в машину. Так. They need you on set. Вот эта машина, я так понимаю. Jesus, ищите его, кто не должен его найти. Someone's gotta find him. I thought I had final approval on all stunt performers. Так. Да иди-ка ты! Это похищение. Ну ты можешь выпрыгнуть на ходу. Тормози его. Так. Studio security are all over you. Охрана тебя возьмет. Oh, fuck. We gonna lose these guys. Мы сейчас вот разобьемся. Из-за тебя, Клуша. Это похищение? Нет, все нормально. What do you mean the whip? I could buy this car with what I make in a morning. I think you underestimating the value of this automobile, or overestimating your own talent. I think you're underestimating what I get paid. You get paid a couple million. Блин, да ты иди ты. Sacked by agent. Yeah, shit. Stockholm syndrome won't work on me, fuckball. Look, I respect you as an artist and a human being, but I got other priorities. Куда ты лезешь за руль? Мы же так разобьемся, дура. Someone kill this D-bag! I've been abducted by a crazed fan! Girl, please! I like Все. Some of your work, but don't get ahead of yourself! Машина Джеймса Бонда какая-то. Damn, what's this button do? What's wrong with you? Выкинул ее. If you have the car, если машина ваша, отгоните ее. Так. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Машина у меня. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio Дело and грязное, he might конечно. Not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those are going to need replacing, all right? Good. Хотя похитили-то он правильно похитил. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Причем охренеть, как качественный профессионально с такой высоты самолет подбить, все забрать, все сделать. То, что его похитили и пока башку не оторвали, это уже хорошо. Ладно. Недалеко вроде как. Машинку-то придется. Вот где-то тут. Да, в поворотности, в маневренности это говно полная машина. Что ты не открывал-то сразу, козлина? Ху-ху-ху-ху!
You're developing quite the rep. Да, у тебя тут уже репутация. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Подожди, это вроде мед. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder. Знаешь, в чем прикол? Мне принадлежит больший пакет акций этой студии. Practically. Shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Да ты крут, я знаю, что я крут. Выполни, да? Ну давайте, наверное, последнюю миссию сделаем. Мне нужна машина. Здесь есть машина? Велосипед. Ой, я даже, блин, вспоминаю где-то, я нахожусь. Я же здесь был, нету здесь ни хрена. Девчули. На! Ой-ой. Я ж не знал, что это будет так. Еще и вертолет. Так, подождите. Ой, мне далеко придется идти. Ну что ж поделать? Едем. Так. По соплям за что я ей дал? Да ладно. Было бы за что, бы вообще бы пристрелил бы. А так просто по соплям дал. Разница существенная. Так. Мак-дак-дак-дак. Давай вот сюда. Опа. Получилось. Тихо. Блин, какая у меня машина, ни о чем моя, конечно. Аж выкинуло его. Пристегивайся в следующий раз. Если выжила, конечно. Давай. Вот так. Да кого вы там? Эти тоже куда-то съезжают, переезжают. Зачем ты мне нужен? Это, кстати, деньги можно, да, копануть. Мы едем к главной миссии. По основному сюжету. Давай-ка. Блин, я помню, что с этим репортером там гонял еще, когда деньги зарабатывал честным путем. На! А вот нечего было. Ну так-то крепенькая машина. Как если таранить кого-то. Так, выходим. И заметьте, я в костюмчике. Давай. Я у твоих дверей. Открой мне дверь скорей. Ну, чё ты, блин?
at, man? Your house is empty. Так, где ты? А, привет. Мне как бы пришлось залечь на дно. Мексиканцы, с которым познакомились, сделали для него одно дело, и мы поссорились. Ты прикалываешься? Если бы. И где теперь обитаешь? Пустыня. Рядом с Аламо-Си. Ладно, я дам тебе знать, если что найду. Конечно. Кстати. Его жена у Тревор женился? Нет. Я про жену мексиканца. Что? Вот дерьмо, даже не знаю, что сказать. Ничего. Ничего не надо говорить. Рон? Рон, я вернулся. Иду, Тревор. И принеси мне кофе, иначе тебе руки отрублю. Конечно. Моя прислуга? Деловой партнер. Хороший парень. Надежный. Рон, это Майкл. Это Патриция. Слушай, красавица, мне жаль, что все так получилось. И знаешь, я не гарантирую, что с тобой все будет в порядке. Может, мне придется порубить тебя, а потом засунуть в унитаз, но... Я искренне надеюсь, до этого не дойдет. Ценю твою откровенность. Я вижу. Ты хороший человек. Тогда тебе надо проверить зрение. Рон? Скучал по мне, конечно, Тревор. То есть, самый малость. И как наш сраный бизнес. Я пытался. Если собираешься поведать мне что-нибудь... Виновая, я расплю тебе глотку. Понятно. Давай. Мне надо бизнес свой отстоять. Я так понимаю. Давай. Давайте посмотрим сначала, как мне... Ехать-то? Ага. Недалеко. What are you gonna do? We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Вот так. Okay, well, I knew that you were pissed after the Merryweather heist. Giving back the hardware. Эти койоты. That was bullshit. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Merryweather networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. Я там вроде уже шороху наводил два раза. Where's my money, huh? Where's my consultants? Где мои деньги? I want a franchise network, Ron. Где? I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. Мы должны куда-то лететь. Just the plane I need to take on a heavily armed, tax-funded militia. Call our guys south of the border. Tell them there's a fire sale. Залазим. А ты что стоишь-то? Ты что, не со мной, что? I'll get you on the CV. Подлетите к грузовому самолету. Что за херня-то начинается? На минимальной высоте. Ой. Cargo planes on my 12.
got the weapons they're using to enslave us on board. If we could get a hold of them, oh my god. Didn't I say we had to take them in the air if we're to have any kind of shot at this? Другого самолета, кстати, не было, что ли? Только вот этот. We're too high. Drop down before they figure it ain't an aberration. Давай, давай, давай. Кому нахрен нужен вот этот самолетик, по идее? Перелинговать его. You want me to put my nose into the dirt? Dick? You're flying by the military base now. Avoid it, boss. Don't fly over. Yeah, sure, 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 yeah, yeah. Descend, Trevor. This is meant to be a restricted airspace. I'm plenty low enough, Ron. Давай. You know, the cargo plane's got four jets, a 200-foot wingspan. Yeah, 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 yeah. And I'm in a crop duster. This is something I'm acutely aware of. Don't go over the fort! Circumvent it! You have a location for the suspect. Да поди, собью ты, надеюсь. Start monitoring you at that altitude! Altitude corrected. Keep low. Remember, don't want to give them reason to think you're suspect. You got bad information, brother. I'm fine. You don't. Блин, гребаное дерево. Куда буду хоть? Ну ладно, хоть полпути. I'm in control of this. Давай, давай. You know, Ronald. Ronald! You there? Hey, Trevor! Ronnie, old boy, I never thought I'd say this, let alone think it, but it's good to be working together again. I can't tell you what a pleasure it is to have you back. We're a good team. You gotta drop, man. They're on their screens. Altitude's just fine, Ron. Прям пипец как низко. Да ж твою мать-то! Да.
высота изменена. You're on the radar, Trevor. Lose altitude. You got bad information, brother. I'm fine. I can be myself out here. Boring, reckless, totally selfish. Do the things that make me me. Like kidnapping the wife of a powerful Mexican gangster. Твою. Что за миссия такая? Давай, вот мы долетели, в общем. За ним. Here we go! Задней части грузового самолета. Come in, light aircraft. Identify yourself and state your intent. This is Captain T in a 1989 crop duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Долго буду лететь-то за ним. Потому что я так думаю, ну, скорость-то гораздо больше, чем у меня. Сколько я его там догонять-то буду? Shoot me down? Now that's not very sociable. Final warning. Divert or you will be grounded. My fate's in your hands. Он вроде приближается. Вообще сам пострелять могу? Нет. Давай. Как я тогда залечу, если они в меня стреляют? Не понимаю. Это полная ерунда. Залетите внутрь грузового самолета. Господи, это безумие! Блин, Тревор погиб. А как мне быть? Light out fire!
was going for the cockpit! Lay down fire! Я не понял, кто там был вообще. Так. Have we got a pilot on board? Этот уже лежит. Захватил. Come in, air traffic control. There's been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing in Mackenzie Field. Changing frequency. Over. Ron, Ron, you there? I got the jet. You with the buyer? Welcoming parties here, Trevor. Fly safe now. Где этот аэропорт? Вот так. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Кто это? Спотел. Hey Ron, so the freaking Air Force are on me. Shit! Gain some altitude. They might not tangle with you up there. Fly above them. All right. Давай. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. Так сойдет. Разрешено сбить вас. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Блин. А вы что, реально по мне собираетесь что-то гасить? This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Так. Подумай о жертвах на земле. Блин, ты меня слышишь, Рон, Рон? Давай. Controls are useless. It's heading for the dirt. If they gonna shoot, I'll bail. Okay. Хорошо, если дадут парашют, я выпрыгну. Полетели, полетели. Полетели. Так. Вот так. Тоже мне папка начинается. Папа. Красавчик. Выполнено. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.
Чё ты мне звонишь? Я всё сделал.